Вот это, я понимаю, тренируются ребята. Вот это реально быстро. Да давай поближе фотоаппарат к себе, а то воду и намочишь. Школа уже, видимо, не та. Да. Видимо, сколько дыма, школы не видно. И флегматичные люди идут с зонтиками. Да, такие, спасите! Это учение, какое это, 172-я у тебя школа, да? По-моему, да. Ну реально классный дым, просто дым. Аж вот это видно. Лупануло. Да, реально надо снять. Никто не паникует. Да, потому что все знают, что будет пожар. Ну не пожар, а дым будет. Реально красный. Да. Почти не переборщили с пиротехникой. Да, серьезно, так пошло. А я думаю, что это там стреляет такое? Оказывается, это такие пушки с дымом видим. Отчего это у нас стекла поупадали, да? Это просто бум. Хорошо, что мы хотя бы не дышим этим дымом, потому что мы далеко. Надеюсь, это другие тоже снимают. Что? Я это точно не ожидал, что будет прямо сейчас. Вот это просто круто. О, даже елка выжила. Сколько она уже тут недель или месяцев лежит, эта елка. Смотри, пап, смотри. А? Пап, до сих пор елка выживает. Такая, я здесь еще. Реально. Это ее пытались привить просто. Да, и она... Чтобы абрикоса плодоносила хвойными шишечками. Вот это реально. Вот это реально. Вот это да. Вот это круто. Уже люди начинают паниковать, видимо, по звукам. Да не, радуются. Как-то это.